очень не нравится участвовать в показах. Это как зависимость даже такая, получаешь удовольствие. Но после показа, естественно, как будто иссякла все силы, все желания, все просто отдаю залу, стараюсь. Чаще всего бывает, что помощница, которая переодевает, не в курсе, как что застегивать, если тебе надо переодеваться быстро, достаточно там, за минуту-две. И, конечно же, обувь самое главное. Бывает маленькая, большая, тоненькая, болезненная и скользкий подиум. Для меня это, прежде всего, общение. У меня очень много подруг, друзей. Здесь все работают, и все, знаешь, какая большая семья такая. Все это старые подружки, модели, которые уже давно работают. А мы все вместе, и все очень классно. Я чувствую даже иногда голоса, как кто говорит, даже иногда могу услышать свое имя, а стараюсь не смотреть, потому что как-то неправильно. Смотрю всегда как бы прямо и стараюсь не смотреть на людей, потому что начинаешь, если увидишь кого-то знакомого, непроизвольно начинаешь улыбаться. Когда ты идешь по подиуму, на тебя смотрят сотни глаз, и эта дрожь, которая появляется внутри, это даже, наверное, всплеск адреналина в крови сумасшедший, который нигде нельзя получить. Вы являетесь официальными стилистами сезонов мод уже пятый раз, украинской недели мод теперь. И работаем с украинскими дизайнерами, делаем стиль, делаем прически, делаем макияж. И наше сотрудничество является взаимовыгодным, приносит нам удовлетворение. И, надеюсь, дизайнерам приносят красивые прически, а зрителям красивые впечатления. Марка Десанш – это международная марка, и она является стилистом, в том числе и российской недели мод. Она делает показы для таких домов, как Шанель, Диор. И все, что мы хотим внести, это мировой уровень, потому что мы работаем с мировыми брендами.